Машина войны. Да, там что-то Тора, а, Одина украсть. Я начал и остановил запись. Миражи могут использовать маскировку. Так, это я читал. Сколько времени? Часик примерно. Где Тайкус-то? Он... А, он не управляется. Ну, это что, 5 морпехов, 2 медика. Причем какие-то слабые, без улучшений, без всего. Приказы будут? Это печально. Задавим их интеллектом! Хватит прятаться, мальчики и девочки. Пора заявить о себе. Будет сделано! Твою... Спокуха. А тут что, надо так посмотреть? Точно. Какие-то... Так... Пожиратели образцы. Брось с дороги! Это же надо собирать. Еще бы! Да это что такое, а? Это есть этот образец? А, сэр, вот, ну, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Да, конечно, базара ноль. Так, это просто конечно. Бабки лишние будут, но это хорошо. Так точно, сэр. Давно бы так. Включите автотурели. Пустите меня к этому монстру. Тихо, Тайкус. Прощелыга, встань на месте. В чем дело? Превосходно! Дайте-ка порулить. Сейчас никому мало не покажется. Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. А ему уже похрен. Попляшите у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. Да вырубил. На базах Доминиона включаются системы защиты. Как всегда. Живее стройте базу. Придется бегать за Тайкусом. Будем надеяться, что он не начнет чудить. Завод. Это как я это рассказываю. Где эти товарищи? Так, Тайкус. Не пускай он стоит. Окей. Yes, sir. Выполняю. Так, а что здесь? Так точно, сэр. Режим готов. Сэр, крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Эй, горячие головы! Вам нужны миражи? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще, их можно будет построить в космопорте. Приказывай, командир.
союзников атакованы. Так, ну его надо чинить по-любому. Один КСМчик отправить. Чиняк. Чтобы он подчинивал. За дело. Вызывали. Да блять, да чтоб тебя. Кому наверх? КСМ готов. Космопорт, что. Так что дальше, командир? О, лаборатория. Разнести базы. Эй, Джимми. Алло. Ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну, я пошел. Недостаточно минералов. Есть работенка. Так, пускай за ним бегает. Миражи надо будет построить сейчас. Потом наемнички подойдут. Уже подойдут. Режим готов. Так, бункер здесь есть, это хорошо. Войска союзников атакованы. Кому горяченького? Бум! Есть! Пристройка завершена. Войска союзников атакованы. КСМ готов. А? Недостаточно минералов. Зараза. Давай, удиви меня. Кому навешать? Я уже заждал. Приказы будут? Вооружен и опасен. Задавим их интеллектом. Войска союзников атакованы. Приказывай, командир. Круто. Джимми, ты только не забывай меня ремонтировать, и я тебе всю войну выиграю. Сэр, он всегда столько треплется. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дела сделано, можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Так, КСМчики. Пару миражей. Что происходит? Эй! Готов. Хищник. Так, только наземные. Голиаф. Есть работенка. Есть. КСМ готов. А где КСМчик-то этот? Что может быть лучше, чем хлебнуть холодного пивка на куче обугленных вражеских трупов? Ожидаю приказов. Что стряслось? За твой счет. Недостаточно минералов. Все, надоело. Пошел гулять. Такой тип. Надо это, призрачную академию строить. Комплекс. Так, где войска там? Союзников атакованы. Притон наемников. Центр секретных операций. Дело.
Приказывай, командир. ГСМ готов. Войска союзников атакованы. Ожидаю приказов. ГСМ готов. Приказывай, командир. Так, красная кнопочка. Так, что а ты что у нас делаешь, интересно? Понятия не имею, что это. Вы можете принести мне образец? Тогда я наверняка что-нибудь узнаю. Полный вперед! Ну и призрака сделаем одного. Войска союзников атакованы. Приказывай. Приказывай, командир. Вам, наверное, нужно время, чтобы подтянуть силы. Старый добрый Тайкус никуда не денется. Разбуди меня, когда будешь готов. Ядерная бомба в пару мегатон сойдет за будильник. Так, что у нас у призрака есть? А, это он типа улучшенный. Ну надо комплекс строить, чтобы какие-то улучшения вкачать. База атакована. Да, нормально. Ядерная все. Ракета готова. Арсенал. Эй! Арсенал-то не то. Комплекс инженерный надо делать. За дело. База атакована. Так точно, сэр! А тут хрен пойми, что это такое? Так, еще база. ГСМ готов. Так, призрака надо. Мне не нужны напарники. Так, маскировочка у него есть постоянная. Погнали, Джимми. Пора бы кое-кому бошки порасшибать. Прик. Я тут. Войска союзников атакованы. Вектор движения задан. Войска союзников атакованы. Боевое построение. Тягу на полную. Сделаю, командир. Координаты получены. Войска союзников атакованы. Бум, девочки и мальчики. Да, вот это по-нашему. Приказывай, командир. Получены.
надейтесь на меня! Я воронку делать будем! Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. О, они повсюду. Так, наземная техника. Пускай все это улучшается, хотя... Может, еще по одному построить? Три базы уничтожены. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Сделано. А? Чего пугаешь? Уйди! Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. Локи, а кто это? Так, здесь вроде пусто. Так, это что? Кругом враги! Тут просто база. Вот он. Локи этот. Конец его, короче. Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать. А то я даже не вспотел. Кто на новенького? Восемь миражей. Приказы будут? Понятно. Что? Выдвигаюсь. Есть, сэр. Что-то я застоялся. Пойду разомнусь. Будет сделано. Требуются дополнительные хранилища. Понятно. А? Войска союзников, улучшение завершено. Был. Я тут. Точно. Улучшение завершено. Подтверждаю. А как вам это понравится? Дело. Войска союзников атакованы. Мне не нужны напарники. Будет сделано. Есть. Задел. Месторождение минералов выработано. Вкусный кусочек. В научном плане, я хотел сказать. Я не собираюсь это есть. Можно попробовать. Твою проще простого. Ожидаю приказов. Подтверждаю. Пора жевать жвачку и драть задницы. Завершено. Войска союзников атакованы.
Продвигаюсь. Месторождение минералов выработано. Что такое? Есть, сэр. Да, он его обходит. Призрак явился. Есть проблема. На следующей базе эскадрилья крейсеров. А Один не приспособлен к бою с ними. У нас достаточно миражей, но было бы неплохо построить еще парочку на всякий случай. Вот это веселуха. Не волнуйся, старина. Я дам тебе время перевести дыхание. Вот так-так. Доминионские очкарики и правда все просчитали. Прошу извинить меня на минутку. О, они повсюду. Так, луки уничтожить. Вперед! С глаз долой! Месторождение минералов выработано. Тягу напомню. Передавайте. Кругом враги! Месторождение минералов выработано. О, они повсюду. Ну, я готов. Вы там как? Передавай. Точно. Отлично. Я тут. Улучшение завершено. Приказывай, командир. Выкладывай. Ну и все, за товарищем за этим идти. Осталась одна база. Дополнительные задания сделаны. Вот и все. Понятно. Джимми, надеюсь, ты меня слышишь? Иду на последнюю базу. Передавайте координаты. Какова ситуация? Приказывай, командир. Приказывай, командир. Координаты получены. Бум, девочки и мальчики. Это я пропустил кнопку с черепом. Ядерные ракеты. Месторождение минералов. Да, детка. Мир жесток. Улучшение завершено. Отлично. С помощью Одина мы сможем захватить комплекс UNN на Кархале и выйти в эфир. Эй, капитан, слышишь меня? Теперь-то ты знаешь, кому поручать погромы! Это единственное, что тебе можно доверить.
Если достижения дали, значит, когда первый раз проходил, не все сделал. Ну, потери — это ерунда. Восстановлено прочности. А что здесь? У Локи. На сложности боец. И... ветеран. А как она ниже 30 упадет? Он что там безостановочно идет, что ли? Интересно. Ты в отличной форме, Тайгус. Вижу, в холодильнике ты не испортился. Знаешь, страх и насилие — первоклассный тоник. Должен признать, мы всегда были отличной командой. Ну да. Пока я не сел, а ты не заделался добропорядочным гражданином. Да. Ну и как Один показал себя в бою? Брат, это величайшее изобретение человечества. Когда я шел и сметал врагов потоками праведного гнева, я чуть не разрыдался. А, в общем, только скажи, и я с радостью выйду на бис. Скоро будет такая возможность. Не волнуйся. С вами Кейт Локвилл в прямом эфире из студии UNN на Кархале. И у нас в программе специальный репортаж Донни Вермиллиона. Кейт, сейчас я имею честь говорить с генералом Горацием Ворфилдом. Итак, генерал, я правильно понимаю, что вооруженные силы Доминиона готовы представить нашему вниманию Одина, новейшее оружие в борьбе с зергами? Совершенно верно, Донни. Один пройдет маршем по улицам Кархала. И полное освещение этого события доверено вашему замечательному каналу. Генерал, здравствуйте. Это Кейт Локвелл. До нас дошли слухи, что во время перевозки Одина возникли технические затруднения. Кейт. Это правда, Кейт. Отправку задержали, связь с заводом ненадолго прервалась, но робот прибыл в целости и сохранности, поэтому церемония пройдет по плану. Итак, процесс пошел. Скоро новое орудие уничтожения сотрясет тяжелой поступью улицы Кархала. Какая муха ее укусила? Передайте, чтобы она не вклинивалась в мои интервью. Значит, твой Хорнер все-таки управился с перевозкой. Поразительно. Так, ну лаборатория. Очки теперь... переконвертировать в бабки. А, ну не знаю. Не знаю. А что с артефактом? Итак, эти артефакты могут освободить Керриган. Какое удачное совпадение. Тайкус появляется из ниоткуда и предлагает заняться сбором этих штуковин. Статистически, сэр, вероятность совпадения в данном случае незначительно мала. Однако эти артефакты представляют собой воплощение сил, лежащих далеко за пределами любых областей современной тиранской науки. Если что-либо вообще способно остановить королеву клинков, может быть, это как раз они? Все эти древние штучки для меня темный лес. Но я молю Бога, что когда придет время, они вернут ее мне. Все исследовано, все супер. Арсенал. О! Что-то появилось. Куча истребителей всяких. Вот это мираж, что ли? Ну-ка. А, нет, это банш. Это викинг, наверное. Или вот это викинг, а это... А, это мобилак. Ну что, мастер, сможешь построить что-нибудь вроде этого Одина? Ты спятил? У нас мощностей не хватит для производства такого масштаба. А я думал, ты можешь все что угодно. Ха,
Ладно, черт с ним, с масштабом. Придумаю что-нибудь. Ты уж не волнуйся. Я тебе такую хреновину склепаю, рядом с которой этот утюг-самоход и близко не стоял. Вот увидишь. Флот. Мираж. Вот это меня больше всего интересует. Призрак прокачан, это хорошо. Медивак. И учитывая, если будет еще Тор. Хотя где он? Так. Я думаю, пару миссий-то еще в запасе есть, чтобы бабки не тратить быстро. Из техники у меня только танк прокачан, это вся параша. По воздушным и наземным. Дальнобойность увеличивается. Так, ну аспид это дальность атаки, прочность. Ну, мираж охота прокачивать. Маскировка вдвое дольше. Вот мираж, крутая тема. Запас энергии на сотку увеличивается. Это что, 400 будет, что ли? И обнаруженные замаскированные миражи уклоняются от 20% атак. Ладно, пока повременим. Позрим, что за миссия. Это побазарить хочет. Мэтт, тебе нужно срочно завести себе хобби. Сэр, я серьезно. В скафандр Тайкуса вмонтировано устройство, которое по сигналу может отключить все его жизненно важные органы. Этот скафандр — смертельная ловушка. Он постоянно на волосок от смерти. Кто же подписал ему приговор? Мёбиусы? Тайкус, Тайкус, во что же ты ввязался? Карта. Что-то изменилось, наверное. А нет. Ну, Кархал — это уже... Как же там оно называется? Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Командир, наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получив его, мы сможем отправиться на Чар и вступить в последний бой с Керриган. Удачи, мистер Рейнер. Я чувствую, она вам понадобится. Так вот, сначала сюда сгоняем. Крейсер-то тоже здравая тема. Может быть, его стоит улучшать. Мои друзья из фонда Мёбиус отследили местонахождение последней части артефакта. Она находится на древнем заброшенном корабле в квадранте Сигма. Далековато от Торных путей, сынок. Артефакт находится тут. На корабле установлено несколько генераторов агрессивного поля, способного расщепить любую материю в считанные секунды. К счастью, наши новые крейсеры класса Минотавр смогут достаточно долго продержаться в поле, чтобы уничтожить генераторы. Что еще нам нужно знать? Сканирование местности выявило присутствие на корабле значительных сил Талдаримов. Это нам не по зубам, Джимми. Гравитонные поля! Я на самоубийство не подписывался. Давай заберем кредиты и сделаем ноги. Что, Тайкус, штанишки подмочил? Я из-за тебя 9 лет мотал срок. И не собираюсь положить остаток жизни на спасение твоей принцесски. Не забывай, что за тобой должок, партнер. Не такой, чтобы сейчас все бросить. Свободен. Можешь пересидеть этот бой в тихом уголке, партнер. Вот и славненько.
Ты знаешь, где меня искать. Адъютант, приготовь корабль к прыжку. Пора покончить с этим. Лоно пустоты. Нормальная миссия. Я тут, помню, сидел долго-долго, все расстраивал, там улучшения делал. Так же сейчас сделаю. Внимание! Обнаружено аномальное изменение гравитации. Вот первое из гравитонных полей, о которых говорил Валериан. Крейсеры смогут продержаться в поле достаточно долго, чтобы уничтожить генератор. Но им нужно будет обстреливать его одновременно. Ясно. Да, командор. Приказ понял. Что скажете, сэр? Попробуем быстро стащить артефакт. Чтобы пробиться через защитное поле, нам потребуется больше, чем пара крейсеров. Не торопитесь, командир. Рассчитайте все как следует. Спешка нам ни к чему. Вот и я так думаю. Все это успеется. Так, лабораторный реактор. Кого подлатать? Было бы здорово найти здесь обычные месторождения ресурсов, но за сотни лет столкновений с астероидами осколки минералов и кристаллизовавшегося виспена разбросало по всему кораблю. Хорошо, проведем разведку и соберем все, что найдем. Призыв готов. На связи. Три крейсера всего. Есть, сэр. Готов. Так, тут у нас еще база будет потом. Пристройка завершена. СМ готов. Пристройка есть, завершена. Есть, сэр. Есть. Пристройка завершена. КСМ готов. Мираж, крейсер 400, ничего себе. КСМ готов. Так, и надо же судно сделать, чтобы чинить можно было. Раньше так вот оно судно. Хранилище Зелнага. СМ готов. Что происходит? Так, ну инженерный построить. Так места мало, вообще жесть. Впереди великие открытия. СМ готов.
готов. Видеосвязь установлена. Месторождение минералов выработано. Арсенал, центр синтеза. СМ готов. Центр синтеза есть. Космопорт есть. Завод есть. Или нет? А, завод есть. А? Значит, арсенал надо, а потом... СМ готов. Призраки, я не знаю, нужны здесь будут, нет? Застрянет еще поди там. Что стряслось? КСМ готов. Еду. Будет сделано. КСМ готов. Точняк. Ура! Сверхурочные! Месторождение минералов выработано. Так, но на землю смысла нет. Надо воздушную улучшать. Пока что. Минералы кончаются. Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Так, а их сколько? 4 у нас. Ресурсы минералов истощены. В непосредственной близости от базы обнаружен дополнительный источник минералов. Месторождение минералов выработано.
И виспен здесь есть. Аж две штуки. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Приказывайте. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Кого подлатать? Покинуть корабль. Здравствуйте, командир. Вызывали? Улучшение завершено. И весь пен кончился. Так, ну надо перевозку этим типам организовать. Штаб, я вас слушаю. Трудовым подвигом готово. Приступаю. И что теперь? Брать в дороге! Делаю, командир. База атакована. Кому наверх?
Приказы будут? Что происходит? Кого подлатать? Приказывайте. Вооружен и опасен. Покатились. Крейсеры, активируйте пушки Ямато. Отлично. Пара выстрелов по цели нет. Видеосвязь установлена. Бегом! Здравствуйте, командир. Улучшение завершено. Так точно, сэр. Брось дороги! Отлично. Приказывайте. Вызывали? Эскадрилья со мной. Неужто? Что такое? На связи? Освободи нас, и мы с радостью встанем на твою сторону.